Мы чертовски ужасны в футболе? Да, сборная России никогда не выиграла ничего большого. Но посмотрите это видео. 63 года назад сборная СССР стала чемпионом Европы 60-го года. Эта победа продолжает оставаться первой и последней в нашей футбольной истории на крупнейших футбольных турнирах. В финале приняли участие сборная СССР и Югославии. Финальный счет 2-1 установился в овертайме. Голами за СССР отметились Слава Метревели и Виктор Понедельник. Эта победа сборной СССР является ее лучшим достижением на первенствах Европы. Подпишись, если было интересно. Матча пробивали они путь заветным призом.